Всем доброго дня. Видео, короче, про модуль заказывали на мотобуксировщик, на мужик. Я заказывал, короче, с завода модуль, толкач и такую сиденье на заднее корыто длинное такое со спинкой. Сейчас, короче, они там сделали мне, я оплатил половину заказа. Они сделали. Короче, выслали мне транспортные компании. Сейчас я еду в Великие Луки в транспортную компанию, забираю этот модуль. Посмотрим, как что там, оплачу за доставку, оплачу им остальные деньги. И везем домой, а потом тогда уже человеку завезем, закинем. Потом, когда уже будет это все, сборка там всего, установка. Потом я поснимаю, как это выглядит, как что там собирается, как что. Ну и покажем вам. Так что едем сейчас, выезжаем. И, короче, что там пришло, нам посмотрим, поснимаем. Ладно, продолжим. Так, приехал я на деловые линии. Сейчас, короче, иду, узнаю там все, оплачиваю деньги. И тогда подъедем, потом скажу, посмотрю. Так, забрал я, короче, посылку. Геморрой тут вышел. Не отдавали сразу. Заблокирован был груз, пока не оплачу вторую часть заказа. Оплатил. Разблокировали. Все запечатано. УАЗик сиденье сложил. Все нормально вроде. Посмотрел так визуально. Все цело, не побито, ничего. Вот сиденье само. Этот модуль сам. Ну, короче, все, я забрал. Едем. Вон там зип какой-то есть. Ну, а потом дома там все посмотрим. Деловые линии, Великие Луки. Ладно, покажем дальше. Всем привет, очередной день. Так, вчера я забрал в транспортной компании все это дело. Сейчас, вчера не стал разгружать, сегодня приехал к товарищу. Сейчас разгрузим и, наверное, соберем и посмотрим, как все это будет выглядеть. Ладно, достаем, распаковываем, буду снимать. Делаем вскрытие. Так, заказывали, короче, сам модуль, толкач и плюс еще сиденье на корыто, на заднее. Сейчас посмотрим. Ну так вроде все цело, нигде ничего, покрашено нормально. Фара есть, даже дышло это от корыта есть. Это чек о доставке транспортной компании. Вот обошлась сколько доставка. Ну, вынимаем. Тут сиденье, вон болтики тут, да? Это болтики приматывано, да, болтики. Само сиденье. А, вот это вот этот руль. Ну да. Тут на болтиках кронштейны на корыто ставится. Да, вот это лавка. Тут вот это дышло от корыта, да, который как вот, ну, на том было, сюда ставится. Что тут? Вот тросик газа есть, да? А здесь он фишка, чтобы быстро переделать. И тросик стоит, да, до газа дополнительно, ну, да. Видишь? Да, да, да. А это что, стартер. Свет включает? А, стартер. А, здесь же и это все включается. Лампа тоже. Фара. Ну, сиденье такое. Уже эти стоят. Склизы прикручены. Склизы, видите, склизы. Они идут дополнительно, здесь уже стоят склизы.
Тогда, когда мотособаку покупали, корыто отдельно покупали эти склизы. А здесь уже на корыте они прикручены. Надо эти. Ну а что это? Корыто. Сидят. Попробовал сесть. Можно садиться-то. Сиденье складывается, спинка. Ну что, Анатолий? Будем собирать. Будем собирать, попробуем, что это вообще такое. И как это... Да, делается. А здесь... А, вот болт же этот, вот он, да, который сюда крепится, на руль. Вот да. Он тут на месте стоит. Ага. Сюда. Да-да. Эти болты сюда на корыте, надо дырки, а или там просверлены, или нету дырки. Надо примерно куда ставится оно, туда и это, прикручивать. Здесь как-то надо. Но надо мерить сначала этим, по сравнению с этим. Надо вот эту повернуть и выровнять надо руль. Во. Да. Сюда, здесь же труба идет внутри, вот она. Ну да. И сюда прикручивается к трубе, вот этими болтиками. Ну да, сверлится. Ну, где надо, куда надо, подвинул, до какого расстояния надо, и ну просверлил да. Там. Да. Она все равно, корыто-то лежала, видишь, этой штукой его. Раздала. Фара, проводка, тросик, фишка дополнительная, чтобы быстро перекрутил туда фишку, переторнул провода и все. И будет фары тогда гореть, чтобы ну каждый раз не перематывать. Фишку рассоединил и все. Ну да. Ладно, сейчас будем собирать. И посмотрим, что это и как. Дальше это. Так, друзья, собираем дальше, короче. Так, мотобукс вытащили. Здесь прикрутили, шайбочку между положили, чтобы не терло ничего. С этой стороны то же самое. Затягивать не стал я пока еще. Ну, до конца, чтобы она же здесь надо, чтобы болталась. Надо, по идее, там помазать, наверное. Здесь, короче, сочленили. Руль, здесь шайбочку положили. Надо было наверх подложить. Здесь расстояние порядочное. Надо шайбу такую сюда подложить. Чтобы тоже не дребезжало ничего. Провода и это. Здесь тросик. Сейчас надо будет примерять в корыто, как чего, дырки сверлить. Чтобы нам видеть и знать, как чего, чтобы было. Еще, наверное, назад надо. Зачем? А, ближе не надо. Я думаю, еще чуть-чуть надо поближе, чтобы сюда ближе было. Не будет, чтобы здесь запало наше, самое главное. Ай, бог. Так еще здесь расстояние большое, вот так вот. Ну, как раз здесь будет расстояние сантиметров 15, наверное, да? Ну, ладони лезет, как раз, да, наверное, хватит. Да. И здесь не будет зацепать, она же ближе не подвинется. Ну, да, нет, все надо будет. Ну, только что надо тут посмотреть, как, чтобы это, прикрутить нам, дырки просверлить. А что это там? Мы берем от, это, от ерунды, от этой, от сейчас мерим по сантиметру, допустим, вот так вот. И сверлим тут и тут, и все, и потом тут. Одинаково. А она может быть клепки неровно. Нам надо просто ее выставить, чтобы она была более-менее ровно, и все, сверли дырки, прикручиваем, нафиг. Больше ничего не надо. Здесь не будет задевать, да, за эту? За эту, ну не, ну этим ушком этим за собаку не будет задевать или надо вперед? Не, она не будет, все. Тут. Ну все, сейчас выставляем, сверлим. Будет такая. Ну да, клепки могут не одинаково быть. Клепки может просто просверлен, дырки не так, правильно? Ну да. Ну, ладно, сейчас дальше продолжаем, покажем, сейчас дырки просверлим, закрепим. И посмотрим, потом надо будет тросик еще протянуть, провода куда-то приложить, как там, куда подсоединяется, инструкции никакой нету.
называется «Догадайся сам, куда, чего, что неизвестно». Ладно, собираем и будем дальше показывать. Так, сейчас чуть-чуть тюнинг мы сделаем. Сейчас тут сантиметров по 30-40 отпилим кусочка 2 доски сюда, в это место. Вот сюда вот. Здесь расстояние в корыте есть. Близко, если подвинешь, не совпадает. Чтобы нам сюда подложить, чтобы корыто не ломало. И 35. Плотно было. Ну, по 30, да, по 30 сантиметров. Отрежем 2 кусочка, прикрутим корыту. И будет плотно вставать, и все. Сейчас 2 кусочка доски отпиливаем. Прикрутим то саморезами, и все. Чтобы было плотно. Так, продолжаем. Короче, досочки мы не стали подкладывать. Пересверлили дырки здесь новые, чтобы плотно прилегало. Вот здесь родные были просверлены, а мы пересверлили здесь. И там точно так же. Все прикрутили. Корыто на место. Сейчас разбираемся, короче, газ и провода. Никакой схемы, ничего нету. Соответственно, выведены провода. Фишка вот. Там всего 2 кнопки. Фара стоит и фара включается, выключается и стартер. Глушилки нету. Здесь 4 провода. Я так понимаю, здесь, наверное, плюс один масса и потом идет на фару и на стартер. Потому что здесь вот у них провода идут оттуда, а с руля. Здесь как бы один массовый идет. Вот тоже 4 провода. Синий, коричневый и черный. А здесь фара идет. Видите, плюс идет на фару постоянный. А здесь он размыкается. Вот плюс постоянный. Вот здесь на стартер идет. Схемы никакой нету. Попробуй догадайся сам, называется. Ну и тросик газа надо тоже пропустить. Там сейчас по этим кронштейнам прикрутим сейчас изолентой. И тросик газа. Его же надо за место вот этого сюда ставить. Прикручивать и туда ставить, чтобы тросик газа работал. Тросик все по длине хватает. Сейчас, короче, провода подсоединяем. Ну и покажем, получится у нас, что не получится. Хотя бы можно было бы, конечно, схему нарисовать бы, какой куда провод, потому что здесь у них все заделано, в гофру засунуто. Как определить, какой провод откуда идет, неизвестно. И никакой схемы, ни бумажки, ни записки, ничего нет. Называется «Догадайся сам». Ладно, пробуем, разбираемся. Так, дышло сняли. Крепление сняли, чтобы не потерялось ничего. Отсюда. Так, проводами там фару подсоединили и тросик газа подсоединили. Другой этот, который от руля убрали, а этот подсоединили назад. Будет фара гореть? А, у меня там эта фишка снята. Я фишку снял. Ну, надо попробовать проехать. Сейчас Анатолий проедет чутка, посмотрит, как это все поворачивается, не поворачивается. Вообще, удобно это все ехать или неудобно. Конструкция такая. Так, прикольно. Ладно, сейчас отгоню машину. Сейчас посмотрим, как это выглядит со стороны. Как Анатолий скажет свое впечатление. Ну, аккумулятора нет все равно. Первые метры. Посмотрим, что это за техника, как это вообще выглядит. Я думал, поворачивать не будет. Там же железных этих нет полозьев. Нет, смотри, поворачивает. Ну, конечно, ехавший на жопе правильно ровно, да, или да. Стоявший, разница-то есть. А лучше, да, ноги с модулем. Да. Ну да, да. Даже лыжами с лыжи узкие, все равно проваливались бы. Да, да. А эта корыта, она и дорогу ему делает сразу. Ну да, вообще перед собой. Ну, да не, вещь хорошая. Да и тем более вот так по озеру, по снегу, ты вон видишь, и поворачивает, даже по льду поворачивает. Я думал, поворачивать не будет. Да, а не поворачивать нормально.
первые движения с модулем. Аппарат. Конечно, да, надо модуль доделывать своими руками, дырки пересверливать, то все. Ну а так вообще вещь хорошая. Скажи, Анатолий, твой вердикт устраивает? О. Ну, по сравнению, ногами стоять или ехать? Нифига себе. Я думал, она поворачивать не будет. Смотри, поворачивать все равно. Вообще идеально. Ну. Идеально. Так что, ребята, надо теперь пробовать по озеру, где-то по полю ехать. А пробовать, как что, все закреплено, тросик. Единственное, что стартер не поставлен, провода не подсоединены, потому что аккумулятора нет. А так все, здесь не зацепает ничего. Все, сиденье, сидишь, фара у нас горит, но у меня фишка там не подсоединена. Вообще все работает, техника, зверь. Ладно, всем спасибо, будем прощаться, потом будем ездить. Как что, будем говорить, что сломается, может, что не сломается. Всем спасибо, что смотрите. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока. Привет, там.